Баль-Сулам распространял, он пытался предотвратить удары, и это не зависело от него настолько, потому что ему все время препятствовали, закрыли газету, и ему не удалось, и тогда пришли большие проблемы. Сейчас мы распространяем, тоже хотим предотвратить большие проблемы. Чем отличается сейчас наш период от того, что было у Баль-Сулама? Может быть, сейчас тоже нам препятствуют. И в чем разница? И насколько это зависит от нас, реализация шуфара Машиаха? Каббалист действует из того, что он видит на местах. Он не предсказывает будущее. Он и не хочет предсказывать будущее. Это лишает его преданности. И действия веры выше знания. У судьи есть то, что видят его глаза. Поэтому там, где он действовал правильно. А если ему было известно, что даже через год или два все это дело развалится, то он должен был все равно изо всех сил на 100% действовать так, как будто это зависит от него, и он сейчас меняет ход истории. Именно так. Даже если тебе дают увидеть будущее, вопрос, насколько ты имеешь право его увидеть. Благодаря тому, что Моше скрыл свой лик, удостоился увидеть лик Творца. Есть вещи, о которых мы сейчас не можем говорить, но я действую на основе того, что мне сегодня раскрывается, и не делаю расчет на завтра. Я говорю серьезно. И по отношению к себе, завтра я буду жить или не буду, это не зависит от меня, меня это не беспокоит. Я должен сегодня реализовать максимально, что возможно. А если бы пришли мудрецы и сказали бы, и рассказали бы, начали бы меня убеждать в чем-то, я бы на это ни на йоту не полагался, потому что я должен полагаться на то, на что я могу сегодня сделать, и то, что я обязан сделать. Поэтому я не знаю, откуда мы можем быть уверены, получится, не получится. Я даже не хочу об этом думать. Я хочу пребывать в ином измерении, где есть вера. Это не зависит ни от какого результата. Все. Что значит вера? От чего же зависит тогда, что мы... Я сегодня могу доставить ему наслаждение хотя бы в чем-то. Все. Я не думаю больше ни о чем. О чем я еще должен думать? Я тебя спрашиваю. А если завтра это будет наоборот? Видимо, в условиях завтрашнего дня я в тех условиях могу доставить ему наслаждение с гораздо большим успехом. Всегда это предоставляются возможности, и возможности самые лучшие, исходя из текущей ситуации. Я, группа, РАФ, вся высшая система и весь мир, все человечество. Наилучшие, оптимальные условия для доставления наслаждения Творцу. И я, гость, перед хозяином, имею возможность сейчас это сделать.